Всем привет, друзья, канал Салим. По работе у нас Kia Ceed. Автомобиль приехал к нам, сделали шумоизоляцию салона. Разобрали, краткий обзор. Пол в багажнике кое-где вибропластом обработан. Небольшие куски на задних арках проклеены. В автомобиле одни из самых шумных мест. Пол в салоне также кое-где обработан. Крыша голый металл. По дверям небольшие полосы присутствуют. Владельцы не устраивает данная шумоизоляция. Подготавливаем поверхности, приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на Kia Ceed. Проклеен у нас пол в багажнике, задней арки. Проклеен пол в салоне. Тщательно прокатываем валиком. Обработана крыша. По дверям нанесли первый слой вибропласта 3 мм. Приступили наносить второй слой. Вибранный шумопоглотитель 6 мм. Продолжаем наши работы. Друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Kia Ceed. Проклеена с мембранным шумоуглотителем пол в багажнике. Также мембрану нанесли на задние арки и пол в салоне. Обработана крыша. По дверям нанесли третий слой вибропласта. Толщина его 3 мм, 2 мм. Четвертый заключительный слой мы наносим на дверные обшивки. Шумопоглотитель 15 мм. Автомобиль готов. Собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем пока.